Так, уже не в первый раз, в разные времена года мы сюда попадаем. Это сад при Королевской библиотеке. Так, кто у нас тут лежит, ты говоришь? Собака из камня. Вот он, одинокий каменный пес. Но это, по-моему, не пес, а поросенок. Поросенок это. Поросенок. А издали показался мне собачкой. Лежит он у стен Королевской библиотеки и Королевского сада. Вот. Он облетел, конечно. Сейчас зима. Но все равно очень красиво. Фонтан в саду, относящимся к Королевской библиотеке. А интересно, здесь морская вода? Морская здесь вода? Приехали наряды полиции. Ага, ну, полицейские приехали. В балаклавах пошли. Ну пойдем. Пошли. Тут и рак готовится. Пошли.